Да пандемии нет, столько людей. Пожалуйста. Это тема, которой мы посвятили, Владимир Владимирович, особое внимание. Урегулирование по-прежнему буксует, не помогает, несмотря на все наши усилия и контакты на уровне советников и лидеров стран нормандского формата, наши консультации по этому вопросу с партнерами. Киев не исполняет Минских соглашений и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренности по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и по амнистии, по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Уровня по координации интеграционного взаимодействия.